боксеров-профессионалов. И первый бой – это полулегкий вес. Сейчас нам представят боксеров. Давайте послушаем. Поближе познакомить вас с боксерами. В синем углу из Волгодонска Байрам Мухамедов. Ему 28 лет. Он провел 3 боя. В 3 одержал победу. Одну из них нокаутом. Его вес 59 килограммов 600 граммов. И спортсмен в красном углу. По прозвищу «Человек-нокаут» из Туапсе. Ему 25 лет. Он одержал 6 побед, из них 4 нокаутом. Он не знает поражений. Федор Папазов! Итак, представили нам участников турнира среди профессионалов. Первый бой, который мы вам сегодня хотим показать, это 6-раундовый поединок. Федор Папазов из Туапсе против Байрама Мухамедова из Волгодонска. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на Федора Папазова. Вот он сейчас к нам находится лицом. Федор Папазов, который... Черные трусы. Черные трусы у него, да. Федор Папазов, который имеет, носит прозвище «Человек-нокаут». Судя по всему, оно ему дано не случайно. У него 6 побед и 4 победы нокаутом. То есть для этого веса, в принципе, процент нокаутов очень даже серьезный. У меня очень большую любительскую школу. Я знаю, что он был членом сборной команды России в свое время. Да. Участник чемпионата мира, да, 2007 года. Да, очень много поездил, да. Очень хорошая школа. Но у нас готовился, он готовился у нас, готовился вместе с Гусевым в одном зале. И именно подготовку к этому бою проводил у нас. Очень помог Славе подготовиться к бою. И как раз таки о любительской его карьере. Дело в том, что у Федора Папазова двойное гражданство — Россия и Греция. И за Грецию он выступал на чемпионате Евросоюза и там занял 2-е место. Ну а на профессиональном ринге он с 2009 года, и тогда же получил приз как лучший дебютант профессионального ринга. Он такой боксер, заряженный на удар, бьет с обеих рук. Предпочитает открытый бокс, и будет, если размен, он не дурак тоже и в размене поучаствовать. Опасный такой боксер. Ну, собственно, он уже это начинает демонстрировать. Потихоньку-потихоньку прибирая бой в свои руки, Байрама он начинает обстреливать. Присматривается все равно, даже атакует, присматривается к сопернику. Байрамов так отвечает, я думаю, что не стушевался. Перекрылся, ударов лишних не пропустил, начинает отвечать, атакует. Открытый бокс мы смотрим, оба с удовольствием участвуют в разменах. Вот это было. А вот это навстречу, это очень серьезно. Удар навстречу, да. Очень жесткий удар навстречу, попал. Как говорится, налетел на удар. Давайте посмотрим еще раз. Вот, раз и справа, удар. Боковой, да. Только раскрылся немножечко, и ну, тут же момент удара, да, момент удара. Сам бил справа и правый на правый пропустил. Федор Папазов, человек-нокаут, что тут скажешь? В первом раунде, подтвердив свое прозвище «Человек-нокаут», нокаутом победил Федор Папазов! И стопцы! Ну, в общем-то, легко бой для него удался в первом же раунде. Победа. Я думаю, что сказалась наша подготовка. Да, да, да. Виталий Юрьевич Ильин, он тренировал как следует.